Всем привет! Сегодня будем собирать такой эсминец, как Элизабет, это 8 ранг, Империя. Но мы его соберем полукровкой. Мы ему оставим ерехонский маршрутизатор энергии, поскольку мы не будем устанавливать на него слот щита. Нам нужна энергия, поскольку Империя всегда был в дефиците с энергией. Да? Установим три корпуса, по той же самой причине, потому что это Империя, и два компьютера. Итак, какие же выбрать бонусы? Дальность действия сенсоров, да в принципе не нужны. Скорость восстановления энергии, возможно, да. Какой у нас, значит, здесь максимальный запас энергии? Я думаю, не стоит этого делать. Да, все-таки реген тоже очень важен. Мощность боевых модулей нет. Время перезарядки боевых модулей 15%, не так уж и много. И расход энергии боевых модулей. Вот здесь снижено. Отлично. Вот так вот и выберем. И произведем этот корабль. Итак. Вот такой вот он у нас получился. Давайте посмотрим его характеристики. Да? То есть вот он пустой у нас абсолютно. Давайте решим проблему с энергией. Да? То есть давайте вот установим энергоблок калибратор. Да? Седьмой имплант у нас уже. Ну, здесь имплант, в принципе, выставлен, да, вот верхний. И давайте посмотрим, какое у него количество энергии. 6060 единиц. Ну что ж, расход, конечно, на форсаж большой, но это не тот, скажем, корабль, который будет постоянно ходить на форсаже. Ну, давайте соберем корпусом под PvP режим. Можно, конечно, поставить голдовый, да, но у меня сейчас пока что в наличии его нет. Я поставлю две тяжелые обшивки. То есть максимально расширю его, скажем так, запас прочности. И вот он достиг 187600 единиц. Компьютер установлю два горизонта, поскольку буду пользоваться таким орудием, как Орел. Вот он зелененький, но снарядики будут фиолетенькие. То есть поставлю стационарное поле и вместо четырех вот, боевых модулей буду использовать только два. Это плазменная пушка, она же компас, которая будет указывать на цели, которые приближаются в радиопоглощающем поле, да, либо в адаптивном камуфляже. И ну, я выберу пусковую установку буря. Все-таки против, если выходишь в лоб-лоб против другого эсминца, этот модуль, он самый эффективный. Поскольку плазменная турель является, относится, вернее, к группе универсальные модули, восьмой верхний имплант будет откатывать ее немножечко быстрее. Первый имплант, нижний, нам дает сопротивление. Второй, средний, дальность действия сенсоров и орудия больше. Третий имплант, нижний, дает нам сопротивление щитов. Четвертый, по-моему, вообще не работает. Пятый, верхний, обязательно на повороты. Шестой, на скорость заряда. Ну вот, в принципе, кораблик готов. Можно где-нибудь его и потестить. Ну, давайте начнем тест.